Расскажите, пожалуйста, вот вы в нашем поселке первый раз, как вам Шексна? В первом поселке, знаете, каждый уголок каждый уголок родины, он чем-то связывает, да, тебя. Меня он связывает, это как раз Шексна меня связывает с молодостью, после второго курса института. Мы с друзьями ездили рисовать и проплывали здесь от Медвежьегорск Горицам для того, чтобы посетить Кирилло-Белозерский монастырь в Ярополе. Поэтому для меня Шексна, я молодой, веселый, на плече фотоаппарат, на другом плече этюдник, потому что мы еще делали зарисовки. Поэтому очень хорошее воспоминание. Сегодня еще такая хорошая погода и интересный рассказ коллег про ту территорию, которую они хотят реанимировать практически, да, превратить в современную русскую территорию. А вот каковы перспективы все-таки этого проекта? Денис Иванович очень много лет уже нашим жителям рассказывал, очень много скептиков. Как вам кажется, это вот осуществимо? Ну, почему нет? Вы знаете, конечно, осуществимо, но вы сами понимаете, здесь, с одной стороны, должен быть интерес государства, а с другой стороны, интерес частных лиц и поддержка жителей, я думаю. Без поддержки жителей ничего хорошего не бывает. Поэтому, да, надо зацепиться за какой-то кусочек и начинать. Потому что, видите, вы сейчас начнете с инженерных сооружений, это очень важно. По программе «Большая Волга» вы же сейчас будете делать, реконструировать отечественные сооружения, да, заложите дополнительную емкость, которая позволит принять в свою территорию повышенный объем. Это есть каждое движение вкладывать, помнить о том, что это можно сделать, и смотреть в перспективу, то постепенно это может все приблизить вполне. Большое вам спасибо. Пожалуйста.